сегодня будем делать припёлки на грилу. Значит, припёлки почистили, как-то их, значит, освободили из всякого дропа и режем их потихоньку, значит, так на две части. Вот. Возьмем одну миску, выложим припёлку внутри. Значит, следующую. Все очень легко, очень просто. Вот так. И, дорогие мои, сейчас надо как-то их перво посолить. Перевернем на другую сторону. Опять посолим кожицу. Как то будет хрустяще, будет то, что надо. Значит, добавим чуть лимона. Все это, конечно, поперчим. Я очень люблю, когда чего-то делаем на грилу, мариновать луком. На две припёлки вам принадобится как-то половина лука, больше не надо. Это все надо порезать крупно. Так. Затем лук надо немного посолить. Так. И сейчас нажмем руком. Когда есть соль, лук как-то пустит свою воду или ты свой сок. И мясо наших припёлок выпьет. У меня есть немного кленового сиропа. Как-то сейчас я добавим этот кленовый сироп немного. И тут у нас получится такая интересная карамелизация. Как-то припёлка внутри останется сочна. А кленовый сироп нам поможет, чтобы се сделала корочка. Возьмем немного острого перчика. Я люблю остро и буду добавлять перчик семечка. Опс. Так. Ну, один будет достаточно. Сейчас мы тут добавим немного паприки. И все это еще раз смешаем. И оставим, чтобы оно мариновалось на комнатной температуре, где-то примерно 30-40 минут будет достаточно. За это время, товарищи, пока у нас маринуется, значит, наша припёлка, надо сделать хороший огонь. Первое, изначально всегда обжарим решетку. Так, немного горячее, аккуратно. Затем все это прошевелим, чтобы везде жар был одинаковый. И, товарищи, пока у нас, значит, сильный огонь, добавим немного растительного масла, чтобы нам решетка, значит, обгорела, и чтобы нам быстрее обгорел уголь, чтобы у нас было то, как надо. Значит, температура то, что надо, и от последней жарки, как то, остается всегда на решетке заклеено всякий жир, всякие вещи, его надо как-то и перво изначально обгореть.
Дальше, товарищи. Вернем решетки потихоньку на свое место. За это есть у нас специальная штучка. Вот. Так. Еще раз немножко обжарим все. Товарищи, сейчас надо как-то решетку хорошо почистить, а то мясо будет черно. Всегда хорошо почистите решетку, все равно, где находитесь, на природе, значит, или на даче, всегда будет супер вкусно, если вы сделаете это мало дело. Как мы это все сделали, сейчас можем, значит, да, уберем лишний уголь в другую сторону, чтобы на мясо не горело. Когда делаете мясо на углях, оно всегда должно жариться на жару, а не как на огню открытом. И вот, товарищи, сейчас возьмете одну такую тряпку. Опс, нальете немного масла сюда, немного масла на припелке. Затем откройте мангал. Так. И решетку как-то желательно немножко, видите, все, чего на ней остается, как-то примажете маслом, чтобы почистить все как у грязи, которые есть на мангале. Затем, значит, наши припелки очистим от лука. Так. Лук будет гореть, перчик будет гореть, и это не будет вкусно. Значит, сделайте просто так. И вот, дорогие мои, надо как-то все жарить на тихом, медленном огне, чтобы получилась корочка. Значит, жарим на тихом огню. Можно забрать какой-то розмарин, пошаманить. Можно это сделать с каком-либо другой травой. Но старайтесь, чтобы эти толстые штучки бросали вниз, а не снизу буду питать ваше мясо или ти птицу. Все равно, чего жарите, как будет гореть, оно приятный аромат будет ходить на мясо, и мясо будет пропитаться таким приятным ароматом. Сейчас мы то по-быстренькому повернем на другую сторону. Так.
И сейчас можем это все дозакроем. Немножко, да получим эффект духовки. Вот, товарищи, возьмите одну тарелку. Так. Выложим припёлки. Так. Если там у нас где-то немножко карелушки такие, значит, тоненькие, значит, уберете ножом. Надо как-то сразу все это кушать. Можно. Опс. Лимончика добавить, это по улучшить вкус. Можно, значит, поперчить, чтобы получили хороший аромат. Также можно добавить немного зелени. Как то свеженькая зелень на горячее мяско тоже пойдет. Очень интересно. Вот так. Вот оно. Вот, товарищи. Я желаю приятного аппетита. Готовьте, наслаждайтесь, радуйте себя, своих близких. Спасибо. До свидания.